Я мастер пикапа, только я знаю, как влюблять девчат. Ведь так? Так, да, я понимаю. Если ты хочешь добиться успеха, надо запомнить всего лишь несколько простых правил. А мы с ребятами вам об этом расскажем. Вечер добрый. Сейчас. Звоните? Да. Ты как зовут? Грета. Ты как зовут? Марта. Ты как зовут? Юля. Юля моя, я по тебе скучаю, я тебя. Take two lonely hearts and a little moonlight. Привет. Я что, умер? Шутник. Просто я вижу перед собой ангела. Это так мило, я сейчас расплачусь. Ни один мужчина не достоин твоих слез. Который достоин, он никогда тебя не заставит плакать. Выйду я за тебя. Среди огромной толпы видел тебя одну. Мы не играем в любовь, это реальные чувства. Мне с тобой хорошо, без тебя грустно. Привет, я прилежный семьянин, и только я знаю, как прожить счастливо в браке. Ведь так? Да ладно, я об этом расскажу намного лучше. Если ты хочешь создать счастливую семью и избежать проблем, тебе нужно будет заполнить несколько простых правил, и мы тебе об этом расскажем. Вот-вот-вот избылась мечта моя. И я загадочный, как окопяна маяк. Меня нельзя не заметить, как и маяк. Ведь я сияю, об этом думая. Кто самый счастливый человек на земле? Сегодня эта участь выпала мне. Быть может, завтра и тебе упадет счастье в лапы. Ну а сегодня я стал папой. Ты мне и слова не даешь сказать никогда. Даю, просто ты не слушаешь меня. Ну так ты не даешь, что я виноват сейчас. Дай мне хоть раз до конца договорить. Что мне говоришь? Просто я не знаю, что. Ну, люблю я тебя. Любишь? Целуй. Смотри, какие уточки плывут. Папа, откуда берутся дети? Ладно, вырастешь, сама поймешь. Ну что ж, вы теперь знаете, как создать прилежную семью. Но есть еще одно правило. Любите друг друга, берегите семейный очаг, и у вас все будет хорошо! Просто не брали цвета едкой боли, любовной печали, цвета цвета крови.